Стальной охват России. Привет еще раз большой. Прошло буквально 5 минут после того, как Анатольевич почти на два раза закрыл сотку оранжевую. Ну, один раз четко, второй раз чуть-чуть не дотянул. Очень серьезная сотка оранжевая. Приезжайте, ребят, пробуйте. Могу отослать, но договоримся, если будет желание. Дима Лобаланин, привет тебе, отдыхающему. 110-й твой. Сотки и 105-е. Что Саша Сапелкин, что Саша Кириллов уже пробовали. Бьются сейчас со 105-м с двумя пальцами. С двумя пальцами, с отступом, с ручек ближе к пружине. Но ты прислал нам 110-й. Это хард. Это хард. На один раз Саша только закрыл. Но он закрывал в конце дня, Саша Сапелкин. До этого у него были сотки. Вот сейчас показываем, что это 110-й повернет. О, чтобы видно было. Стронг, как ты говоришь. Стронг, черные ручки, хауинг, тяжелый. Ну что Анатольевич хочет сделать? Анатольевич хочет с пальцем. Ребят, с пальцем. Я не... Тут вообще как бы кисти полностью. Это для твистерных монстров. А с пальцем? Ну что, давайте посмотрим. Дима, пополам. Ну если он закроет... Тебя на все твистера будет супер задача. Сто десятый стронг с пальцем. Ну вот так вот, ребята. Вот так. С пальцем 110-й. Анатолий закрыл. Ну, у меня слов нету. То есть просить там на количество закрывать кисти полностью смысла нет. Потому что как бы качество бьет количество. Все, всем здоровья. Отдыхаем хорошо. Встречаемся в обители. Пока.